Доброго времени суток, друзья, товарищи. Канал семейный Ольга и Евгений. Лоренс Колычевы. Мы живем в США. Привет вам из США. Вспомнил наш родной образ в связи с процессами, которые у меня сейчас идут. То есть голодовочки. Когда-то я об этом записывал. Соратники это все когда-то видели, слышали. В принципе, они это знают, но вот когда процессы идут, вспоминается наше все, наша культура родная, русская. Напоминаю, этот канал независимый, ни от кого, вообще ни от кого независимый. То есть, мне даже все равно, кто на этом канале подписывается или не подписывается, вот мне все равно. Вы не знаете, кто такие русские. Так вот, русских мало на планете. Вот кроме русских, мне на всех остальных глубоко начхать. Вот глубоко начхать. Особенно на тех, кто оккупировал наш язык и ведет себя как вонючка. Но об этом потом. Итак, смотрите. Поделюсь результатом. 5 недель у меня строгих диет. Шаманических голодовок очень много, прям голодаю, чищусь. Друзья, блин, без клизм не обошлось последние недели две. Надо токсины вымывать из ЖКТ, потому что все-таки накапливается токсин. Вот как ни старайся жить, ну вроде как здоровое питание, знаете, но все равно химозочка она накапливается. Не настолько было строгое питание, натуральное, органическое, чтобы вот... Ну, короче, за 1,5 года токсины накопились, клизмы можно их помогать вымывать. Я веду прямой эфир просто потому, что с такими инструментами удобно прикрепить фон, музыку. Ну и если вдруг кто-то рано проснется, сейчас в Москве там 5 с чем-то утра, ну можете там комментарий какой-то оставить. Буква М. Очень противоречивая буква. Я долго размышлял над этой буквой в свое время, то есть пару лет назад, и уже не помню когда, год назад. Потому что, с одной стороны, вроде бы как эта буква Я. И в то же время звук совершенно другой, это М. Какой вариант верный? Пришлось спросить в Тине. Найти ответ в Тине. Из Тины взять этот ответ. Занырнуть в Тину глубочайшую. И там взять ответ. Весь стих я вам читать не буду, вы то заскучаете. Играет мантра ОМ. Это вот кто по ведическим индусовским движениям увлекается, они знают, что такое мантра ОМ. Так вот, смотрите, мор, голод, тетка, целая ветка культуры из него потекла. Русский образ, культура Руси. В храмах висит этот образ, может не во всех, но во многих сегодняшних православных храмах он есть. В мантре ОМ тут звук остался. Он веками применялся для настройки Я всех мер. Суть понятна вам теперь. Вот в этом суть. Я, поэтому то, что славяне думают, что это Я, это так. Но почему Я? Я, всех мер. Мор, голод, тетка. Голодовки чистят тело. Соль с ангалии, пей смело. С я выводятся все каки. С я, понимаете, с тела. Все токсины и все шлаки. После исцеления будет вдохновение. Как счастлив я, что жив. Рад, что ласты не сложил. Ну вот это вам три четверостишья прочел. Вот этой вот азбуки, которую я написал. Вот это вот бесценное сокровище. Вот это вот. Ну, кстати, в стихе тоже
Вот в этой букве М, вот эта вилочка Хони, да? Река жизни. Вот в букве М она тоже присутствует. Это мне был показ вот именно в тине. Вот эта мини-спазерка в букве М есть. Это тарантас. Старорусский. Не старый там какой-то хрыч, типа, блин, разваливающийся, а старорусский. Полную суть образов, конечно же, вы сможете узнать только благодаря вот этой брошюрке. Ну, а вообще, чтобы понять нашу культуру, вам придется пошевелить вот этим вот мыслительным аппаратом, если он у вас есть, почитать книги Вячеслава Куланова внимательно, и все станет на свои места. Эта культура содержит все элементы, необходимые для человечества. Вот они все, понимаете, это целостное культурище. И она русская, представляете, русская. А, к чему я это все говорю, друзья? Хочу прочитать, сегодня открыл комментарии. Я делал недавно ролик на этом канале «Я русский». Ну, а потом я его скопировал с эфира в видео, и такой же ролик практически есть. «Я русский, а ты нет». Хочу вкратце ответить на комментарий. Но я там уже прокомментировал. Комментарии. Сочувствую. Кому ты, блядь, сочувствуешь, чмошка? Кому ты, сука, сочувствуешь? Чтобы сочувствовать, надо иметь чувствительность. То есть, че? Образ че надо знать. Плюс, че? Есть? Честь. У тебя есть честь, сочувственник ты долбанный. Первый комментарий пошел. Нахер пошел отсюда, сука, и не возвращайся, сочувственник долбанный. Так, следующий. Кто тут у нас? Вы жабы с болот, которые к Руси не имеют никакого отношения, быдло рашистское. Так, ты чмошка, ты либо пиши конкретно, что значит вы. Что значит вы? Кто вы? Ублюдок. Уебан, блядь. А точнее выблядок. Выходец из благих леди. Вы, сука, повырождались, дебилы. Мажичка нету, блядь. Учить ничего не хотите? Какая там у вас Русь, блядь, ушлепки долбаные? Вот она Русь, вот она Русь. Вот это сокровище, вот она Русь. Попиздите мне еще тут. Пошел нахер отсюда. И вот такие выблядки вас будут, блядь, уничтожать. По всем конам мироздания вы заслужили просто аннигиляцию, потому что ублюдки. И не хотите расти и развиваться. Следующий. Полный бред. Бред в твоей тупой башке. Тупорылой башке, сука. Почему так? Потому что выродки. ДНК поломанная. Мор голод тетка. Вот каждому уебану, которому я сейчас ответил, вот этот образ может помочь. Мор голод тетка. Почему так? Вот это загрязнение в тупой башке, да, очищение начинается с очищения биологии. Голод, тетка, поможет. Поголодайте. Вычистите свое тело, и разум станет яснее, яснее. И потом в этот ясный разум вы можете загружать знания. Вы можете их проанализировать, проверить. Все проверяемо, понимаете? Никаких здесь попов нету в рясах, пидорясов. Никаких потердиев, хуиев и прочих, бля, уебанов, да, которые пасут стада, думая, что они что-то знают. Здесь нету и не будет. Пастушкам говорю, вы думаете, что вы умные? Ну так изучайте. Я не против пастухов. То есть, ну, люди так устроены, что они ведомые. И кто-то должен их обучать, да? Я же тоже сейчас обучаю, блин, в своей такой старорусской манере.
Кому не нравится, нахер пошли с канала. Просто вот нахер идите. Мальчики и девочки с грязными жопками. Шли вон отсюда. И россиянские, и, блядь, украинские. Мне все равно, чьи вы там в башке своей безмозглые. Вот с этими мне по пути. Потому что эта культура целостная, в ней все есть. С нее все родилось. Ну так вот, мор голод тетка. Представляете, вот при голодовках начинается исцеление тела. ЖКТ отдыхает, и ваша ДНК включается в стрессовом режиме, начинается ремонт. Мор голод тетка. Если в общине пошло какое-то заболевание, больные уходят в лес, там голодуют, вычищаются. Ну и кушают травки. Шаманы это делают вообще вот регулярно, понимаете? Это метод исцеления, очистки. Мор, голод, тетка. Поэтому мор, он вроде как несет отрицательное, да, такое образ. Мор пришел, все морятся, уморились. Ну, то есть могут помереть. Но в то же время решение есть. Голод, тетка. Голод, тетка может помочь. Но опять же, более подробно все в таре вы прочтете, поймете. Есть мора, есть мара. Два образа. Ну, славяне их там называют богиня, мора и мара. Но это образ. Понимаете, образ. Положительный, отрицательный. Это как благорождение и разрушение. Рождение, разрушение. Это как ангелы арха. Микаэль, Габриэль. Видите, вот антиподы в балансе. Вот такой вот ролик. Еще раз говорю всем нерусям, вырусям, ублюдкам, уебанам. Идите нахер с этого канала. Можете найти вот где-то каменную стенку и башкой об нее постучаться, пока не сдохнете. Все. Либо включайте свой вот остатки, да, вот тут мозжечка, он же есть, мозжечок, он есть. Включайте этот мозжечок и гребите вверх, вот растите. И сейчас идет отделение зерен от плевел. Серьезное отделение. Всех достанет судьба, судьбинушка. Достанет. Это буква С. Судья, судьба. Достанет. Поэтому, если кто-то там думает, что они там суть Бога, сами они там что-то вершат, дорасти до такого надо, чтобы самому вершить. Дорасти. И вот по вот этим вот ублюдкам, вот не скажешь, что судьба. Но есть судьба для таких ублюдков. Ну, так, на такой вот любвеобильной ноте я заканчиваю этот эфир. Соратникам и культурным русским людям советую, чего посоветую. Не забывайте про тело свое, не забывайте про культуру Руси. Храните ее, берегите, старайтесь как-то донести. С дебилами не возитесь, это бесполезно. Упоротых очень много людей. А причина, глубокая причина, знаете. Но в итоге каждый волен, знаете, поменять свой вектор развития. Ну, с деградации на развитие, это можно сделать. Виновных искать где-то на стороне, это... такой, знаете, обман сознания, чтобы ничего не делать. А поделюсь же результатом. Тут мор, голод, теточка моя родная. Морочка, теточка. 5 недель позади. Начинал я с веса в 88 килограмм. Сейчас мой вес уже стопудовый, такой устаканенный, 77. Нет, 76, вру,
76 кило, но 5 недель будет через 2 дня. Ну, до 75 вряд ли я за 2 дня выжму, не знаю. Ну, короче, вот почти 5 недель, 12 кило с меня слилось. Это 13,5% массы тела у меня ушло, и эта масса тела совсем как бы... Ну, бестолку на мне висела. То есть она мне не нужна. Но у меня именно цели такие, знаете, чистка, чистка, чистка. Ну, то есть было такое включение. Ну что? А? Хороший выпуск. Вот кто нормальный русский, для них это хороший выпуск. А для вот остальных зауженных колебателей, знаешь, узко такие колеблющие, уебаны. А для них он может показаться нехорош. Ой, какой некультурный молодой человек. Ай-яй-яй. Да пошли вы в жопу, война идет, блин, некультурный. По чайнику сейчас каждый получит. Каждый получит. А кто в этой вот конфликтной ситуации не успеет получить, судьба-судьбинушка найдет вашу жопу и прилетит. Вплоть до того, что и кирпич, блядь, с крыши пизданет по башке тупорылой, потому что игнорируете. Игнорируете, еще и пиздите на Старорусь. Вот на что, а на вот это вот не вздумайте вообще пиздеть. Это планетарная культура, на основе которой все, что вы видите, древние... Из камня. Гривой ездите, трясете, денежку платите по музеям, да, там посмотреть. О, кто это построил? Русь это построила. Поэтому и прилетит. Вы думаете, куда плюете? Говнюки, блядь. Ну а так вообще... Вообще я очень добрый, мягкий и пушистый. Но говнюкам место быть в навозе. Ладненько, друзья, вот образ буквы МОР. Голод тетка, я думаю, после этого ролика вам всем запомнится. Кто еще вообще не в теме, да, залетный, кто-то посмотрел, не поймет. Вы можете просто идти нахер и ничего не делать. А можете почитать умные книги, знаете, вот выбор за вами. Все ссылки будут под этим роликом. Как увидеть эти ссылки, объясняю дебилам. Вы нажимаете в Ютубе на название этого ролика и расширится экранчик. И все нужное будет там. Представляете? Это такая магия, это фокус, мистика. Ну все, не буду больше издеваться. Благ всем культурным русским людям. Но остальные, выбор за каждым из вас. Судья, судьба. Всем пока.